Во Владивостоке завершены работы по реконструкции теплосетей в районе Красного Знамени. На этом участке заменили 530 метров теплотрассы и 1060 метров трубопровода. Эти работы увеличат надежность подачи тепла и горячей воды более чем 6400 жителям ближайших домов. Ранее здесь происходило 10-12 порывов в год. В настоящее время подрядная организация выполняет работы сейчас по монтажу, перекрытии лотков и гидроизоляции. Сегодня также будет подана заявка на заполнение этой теплотрассы. Фактически она готова. Следующий этап – это будет обратная засыпка и восстановление благоустройства. А на участке возле ДКЖД на Партизанском проспекте уже ведут обратную засыпку и провели реконструкцию старой теплотрассы. Работы полностью завершены, ведется благоустройство. На улице Борисенко, 50, специалисты подрядной организации выполнили капитальный ремонт с применением современных труб марки «Изопрофлекс». И уже сейчас сети готовы к подаче теплоносителя. Ведутся работы по монтажу плит перекрытия каналов и гидроизоляция. Частично работы по обратной засыпке проведены. Сейчас по мере перекрытия остатки будут трассы перекрыты. Также обратная засыпка. На выходных уже подрядная организация приступит к благоустроительным работам. Монтаж бортовых камней, далее асфальтобетонное покрытие. Отметим, в этом году ремонтная кампания по теплосетям оказалась самой масштабной за последние десятилетия. Всего во Владивостоке отремонтировали свыше 20 километров трубопроводов. Консолидированный бюджет на эти цели составил свыше 4 миллиардов рублей. Это средства из бюджета города, правительства Приморья, деньги от инвестиционных программ, а также средства ресурсоснабжающих организаций, заложенные в их тарифе, и деньги, которые удалось получить с помощью Фонда развития территорий. Артем Белов, новости на Восьмом.